Сейчас попробую я быстренько показать, как настроить OpenCamera. Для этого сначала сбросим ее настройки в дефолт. Теперь открываем OpenCamera. Она сейчас вас спросит все разрешения. Окей, обязательно все разрешить. После этого идем в настройки. Так, тут настройки, по-моему. Так, папка сохранения. Новая папка. Отмена, видите? Не катит. Теперь использовать вот эту фишку. Видите, опять вроде не катит. Теперь нажимаем сюда. Внутренняя память. Что-то я тут понатыркал. Вот. Появилась фишка. И вот если карта памяти установлена, здесь после вот этих манипуляций появляется отдельная карта памяти. На нее клацкаем так же, как я сейчас на эту 6000-ю, на нужную вам папку. Создаем папку. Вот, с помощью создать папку, вот такую же, как у меня есть. И нажимаем выбрать. Все. И когда у вас вот этот переключатель включен, у вас все уже будет писаться на карту памяти. Если уж совсем кому-то непонятно, будет опровержение, кто-то скажет, что это не работает. Но пишите под видео, если наберется много таких недовольных, достану аппарат с картой памяти и покажу все то же самое на нем. Хотя, поверьте, это делается именно так, и будет все показываться именно так, как я вам показывал. Ну и, кстати, да, напомню, что это все показывал на аппарате BlackView P6000, и здесь есть прикол. Так, переключиться забыл. Если переключить на видео... У нас здесь есть разрешение 4К. Это вообще жесть. И он реально умеет в этом писать. Но об этом уже в отдельном видео. Всем пока, удачи, чао. Была маленькая инструкция, как заставить OpenCamera писать на карту памяти. Всем пока, удачи, чао. Надеюсь на подписку и то, что вы тоже поставите колокольчик, чтобы узнавать обо всех моих новых видео. Пока.